происхождения, линейны, как говорят, бывают эти свойства. Это поразительно важное свойство математического ожидания. Вот давайте такой пример посмотрим. Представьте себе, что работники почты, совсем озверев от нагрузки, решили, что не надо сверять письма с их адресатами и раскладывают письма по ящикам совершенно хаотически. Вот у них есть 100 направлений, имеется 100 писем, и они начинают эти письма расфасовывать, как хотят. Если письмо попадет в правильный ящик, оно уйдет по правильному адресу. А если в неправильный, то неправильно. Вообще уйдет куда-то и потом никогда не найдет. Да? Спрашивается, вот как, что нас интересует при такой схеме? Сколько будет правильных писем? Но это бесполезно спрашивать, их может быть ноль, а может быть все. Так? Поэтому нас интересует, наверное, вопрос, не сколько будет правильных писем, а какое ожидается число правильных писем, сколько их в среднем будет правильных писем. То есть нас интересует что? Математическое ожидание случайной величины. Случайная величина x – это число правильных писем. Число правильных писем. И нас интересует ее математическое ожидание. Но число правильных писем – это сложная величина. Да? Это какие-то письма, как-то раскладываются, пойти посчитать. Какова там вероятность, что ровно k правильных писем. Да, потом еще это как-то складывают. Поэтому часто используют очень простое соображение. Разбивают эту случайную величину на сумму самых простых. Вот давайте введем такие величины. Скаты – это будет единица. Если каждое письмо правильно, то лежит в правильном ящике. И нолик, если иначе. Такой сигнализатор. Если с катером письмом все окей, то единички. Если нет, то нолик. Вот там сложная величина. А эта величина очень простая. Какие значения она принимает? Это только 1 и 0. Теперь, какова вероятность того, что x катер равно единице? С какой вероятностью катеры письмо кладут в правильный ящик? Ну давайте смотрите, с какой вероятностью первое письмо положит в первый ящик? Одна сотая. А? Одна сотая. Одна сотая. Первое письмо 100 вариантов, куда раскладывается, правда? Теперь, ну, какова вероятность, что вы катое письмо, сотое письмо положите в правильное? Ну никто не говорил, что надо начать раскладывать с первого. Тоже одна сотая. Понятно? Все же понимают, что случайность раскладки не меняется от того, с кого вы начинаете. Ну или можно так себе представить, что, ну, если прям совсем по-честному, скажем, так рассуждать. Вот у вас сколько всего вариантов разложить 100 писем? 100 факториал, сумасшедшее совершенно число. Так? А сколько из них вариантов разложить так, чтобы одно фиксированное катое письмо лежало в своем фиксированном катом ящике? Ну его туда кладем и раскладываем оставшиеся сколько? 99. Сколько их способов нужно сложить? 99 факториалов. Получается, какова вероятность того, что у катое письмо легло в свой 99 факториал разделить на 100 факториалов? То есть будет сколько? Как раз та самая 1/100, потому что 99 факториалов разделить от 1 до 99, а 100 от 1 до 100. Все сократится, останется 1/100. Значит, получается, это вероятность 1/100, а вероятность того, что x катое равно нулю, это 99/100. Хорошо, а математическое ожидание этой величины можно посчитать? Вот формула написана, которая говорит, что делать. Брать значение и умножать это значение на что? На вероятность принять такое значение. Правильно? Значит, будет единичка умножить на 1/100. Плюс 0 умножить на 99/100. Это будет сколько? 1/100. А теперь волшебное свойство линейности. X, который здесь сложная величина, есть сумма простых величин. Ведь смотрите, как посчитать число правильных писем?
Надо выстроить напротив правильного письма, что единичку, если напротив каждого письма единичку, если оно правильное, и нолик, если нет. Если мы так сделаем, то что здесь будет стоять? Сумма единичек. Ровно в том количестве, какое у нас количество правильных писем. Видно? Значит, что получается? Часть 4х это вот эта сумма. А значит, математическое ожидание x по свойству линейности это сумма математических ожиданий. Слагаем. А каждая из них это 1/100. Их всего 100 штук. Получается единица. То есть вот при этом сумасшедшем действии почты ожидается всего одно из 100 писем будет доставлено адресатом. В среднем. Это не мешает тому, что могли бы все доставлены. Вот. Так вот, значит, есть такое выражение, которое выражает наши ожидания от случайной величины, называется математическое ожидание.